Витёк, да ты его, походу, завалил. Да я его легонечко так стукнул. Ага. Знаем мы твою легонько, а? О! Ага. Я же говорил, что очнется. Не дергайся, инспектор, не дергайся. Ты как? Нормально. Ну и с каких это пор у нас браконьеры на людей охотятся, а? А с тех самых, как открыли сезон охоты на инспекторов. Смешно. А ты ведь, Егор, нас не с килограммом рыбы хлопнул. Небось, заметил бочки с икрой, а? Заметил. Ага. Я тебе, Ген, обещаю. Ты скоро отправишься в места привычные. Не столь отдаленные. Еще и дружков своих прихватишь. А я под венец не пойду. А ты чего, инспектор? Прокурор заделся. Зоны нас пугает. А? Прокурор, ты правильно вспомнил. Ему будет интересно узнать, чем вы тут занимаетесь. Интересно? А ты передай своим следакам, чтобы ждали наших мемуаров. Сам и передашь. Да какого хрена ты вообще сюда сунулся, а? На свалку раньше времени заходил. Это же не твой участок, а? Тут ты все никак не угомонишься, а? Лежал бы он с тёлкой на пляже, сыграл! Скучно мне везде лежать, Гена. А у нас тебя веселье ждет, зашибись, да? Ты не только себя, ты и девку свою подставил. Она ни при чем. Отпусти ее. Сейчас. Чтобы она нас ментам сдала? Ну, они и так сюда придут. Нас на катере люди ждут. И если мы не вернемся, начнут искать. Полицию приведут. А кто вас там ждет? Рыбнадзор? Они тоже. Я ж как сети вчера нашел, я сообщил, куда надо, про свою находку. А что же ты, дорогой, один пришел, а? И бабу вперед послал. Поговорить хотел. Убедить. Ха. Добровольно сдашься? Тебе и твоим дружкам дочтется, я гарантирую. А ты мне не бабка, чтобы гарантировать. Хары мне по ушам ездить. Геныч, а может, и не вправду не одни? Не, я не понял. Ты что, вообще дебил, что ли, а? Ты не видишь, что у нас на понт берет? Ген, не рискуй. Отпусти нас по-хорошему. Никуда я вас не отпущу. Сараек, пусть там посидят. Егор! Бубен приедет, скажет, что с ними делать. А, так вот кто тебя все решает. А я думал, ты сам, самостоятельный. Ну, хватит базарить, давай вперед! И все-таки я не пойму, почему Бубен. Фамилия Бубнов? Или Бубенчиков? Может, он в карты играет? Или музыкант? Ударник, а? Давай еще. Люблю шарат. Стоять. Витёк, из сарая весь инструмент выгреб. Опа. Не трогай ее, руки убери. А то чё? Убери, сказал. А то чё? Юрок, реально отвали от бабы. Своей, что ли, мало? Да я типа это, проверить. Проверяльщик нашелся. Все, Гена, чисто. Давай вперед. Давай. Ну так чё? Чё-чё, пойдем перетрём.
Егор. Егор, что происходит? Ты их знаешь? К сожалению. Браконьеры. А ты вышла на их базу. Я же тебе ясно сказал, не уходи далеко. Почему не послушалась? Извини. Я думала, тут люди, которые нам помогут. Я хотела как лучше. Прости. Если кто и облажался, то это я сам. С самого начала знал, что тут что-то нечисто. Еще когда сети нашел. Почему ты меня не предупредил? Пугать не хотел. Я хотел сначала тебя доставить до дома, а потом уже с ними разобраться. Я же даже начальству ничего не сообщил. Дурак. Так ты что, им наврал? Угу. А я-то надеялась. Думаешь, нас не отпустят? Мы с тобой свидетели. А у них, видимо, дела крупные. Знаешь, сколько стоит экран на черном рынке? Догадываюсь. Это многомиллионный бизнес. А у них видел, сколько бочек? Сетями ловят, сволочи. Нас убьют? Надо выбираться отсюда. Все же у нас чики-пики было. Вот черт этого инспектора сюда занесло. Ну и что делать будем? Что-что, в расход пойдет. Че, убьем, что ли? Геныч, ты же говорил, что дождемся Бубна, и он все будет решать. А вы не сечете? Инспектор молчать не будет. Ментам нас быстро сдаст. Так может, припугнем? Ты кого припугнуть хочешь? Егора! Он под пули готов поставиться ради паршивого протокола. Вон, пацаны ему сколько раз взятку предлагали. Так не берет, тварь. Ха. Ему катер новый обещали, только наших не трогай. Нет же! Правдолюб хренов. Но ведь ты его не убьешь, правда? Юрок, закрой пасть своей бабе. А че моей-то? Геныч, я тоже против мокрухи. Никогда этого не делал, начинать не хочу. Так, кончайте базарить. Будем Бубна ждать. Жалко, связаться с ним нельзя. Тоже завел правила. Трубу на базе не держать, поселок не соваться. Вот теперь сиди кукуй здесь. Не, ну а чё? По симкам нас реально легко вычислить. И без симок вычислили. Да я так, типа... Надо на их катер смотаться. Вдруг там труба есть, тогда и с Бубном поговорим. Так, Юрок, ты здесь остаешься, а мы с Витьком быстро сгоняем. А это еще почему? А не хочу я Лариску и Витька наедине с нашими заложниками оставлять. Жалостливо и больно. Переходим к плану Б. Вставай. Повернись, попробуй развязать меня. Ага. Может, получится. Не суетись. Давай, давай, давай. Слишком туго. Подожди, давай я попробую. Егор, это бесполезно. Постой, попробую зубами. За версту узнаю катер инспектора. Нет никого. Инспектор пургу гнал. Ой, это, наверное, их. Да оставь все. Потом посмотрим. Все, давай, погнали.
извлекаю и вытаскиваю вот такую рыбину. Быть такого не может. Да я тебе отвечаю. Вот такую? Ну, вот такую вот. Да ладно, где же ты такую? Я тебе говорю, килограмм 10 было. Где ты ее поймал? Да я тебе отвечаю. Доброе утро. Доброе. Доброе. Вы не подскажете, где можно найти катер? Белый такой, с красным корпусом. Ну, еще российский флаг сверху. А зачем тебе катер рыбнадзора? Нужен. Вот тебе нужен. Ты ищи. А кто у тебя там? Да, да, да. Жена. О, как! Она была на этом катере. Они направлялись сюда. Я пытаюсь ей дозвониться, но телефон не отвечает. Я очень беспокоюсь. Не переживай. Если Егор повез какую-то дамочку и не довез, то все. Как это все? Кранты. Завез на какой-нибудь островочек, и все пропало, девушка. А наш Егор парень видный, бабы за ним так и бегают. Одна прям вот сюда ему обеды носит, ага. Вот сюда. Не печалься, на, лучше выпей. Да. Умные гады. Все вынесли, даже щепки не оставили. Ну так что, мы не выберемся? Ну, надежду нас пока еще никто не отнимал. Знаешь поговорку? Какую? Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Мне кажется, я уже к этому близка. Надо же, как быстро меняются желания. Вчера утром я молилась только о том, чтобы мой муж был жив. Вечером мне уже не хотелось жить из-за его измены. А сейчас я думаю только о том, чтобы сделать все, что угодно, и выйти отсюда на свободу. Да ты боец. Это у тебя переоценка ценностей. Так всегда бывает. Прости, я вчера столько всего наговорила. Не обращай внимания. Да забудь. Сейчас мы с тобой отдохнем и перейдем к плану В. А что за план В? Сейчас придумаем. Эх, рыбаки! Давай. Раннее утро, а вы уже под мухой, а? А у нас свободная личность, ясно? Ага. Может быть, вы знаете, где нужно искать катер рыбнадзора? А вам зачем? Вы кто? Ну... Я ищу свою жену. Она на катере с этим. Ага. Так вы не по работе. А я думал, начальство приехало. Хотел прикрыть Егора. Ну да, так оно и есть. Егор повез девушку в поселок. Она сказала, что с ее мужем что-то случилось. А вы, как я понял, разминулись. А наш Егор забыл вернуть девушку на родину. Да угомонитесь вы, а! Не слушайте их. Болтают с пьяно, что ни попадя. Егор человек серьезный. И ничего с вашей женой не случится. Скажите, а позвонить ему можно как-нибудь? Никак. Он сроду телефона с собой не брал. Ну а рация? Рация-то есть? Рация есть. Но в кабинете у начальника. Начальник все время в город, обратно. Просто фикер. А катер сюда возвращался? Не видел. Думаю, с инспекцией куда-то уехал. Он же из рыбнадзора. Труженик, да? Труженик! Думаю так. Он девушку уже привез, и ваша жена уже дома. А я об этом как-то не подумал. О! Спасибо. Да пожалуйста. Спасибо вам. Пожалуйста. Ну что? Ну, вам бы только языки чесать. Ну все. Ну на, выпей, ну. Ай. Давай. Алло, Вася? Да, это я. Мне нужно уехать на несколько дней. Угу. Ты, пожалуйста, без меня там ничего не трогай. Хорошо? А то переделывать все придется. Нашли мобилу. Она не фурычит. И рот наладишь? Попробую. Чё с катером?
На дне морском. Чего, утопили, что ли? А чтоб глаза не мозоли. Я вот уверен, инспектор никого не предупреждал. На понт нас брал. Ага, понятно. Но на всякий случай надо быть готовыми ко всему и оружие приготовить. Мы что, прямо сейчас их грохнем? Нет. Ну мало ли что, вдруг от непрошенных гостей придется отбиваться. А. Нигин, все. Сгорел. Черт, а? Значит, будем ждать бубна. Можно я тебе еще кое в чем признаюсь? Давай. Я вчера не только за измену переживала. А за что еще? Переживала, что люди скажут. Что я им скажу. Думала, как бы так получше соврать, чтобы лицо сохранить. Ну, например, сказать коллегам, что я сама мужа выгнала. Характером не сошлись. И что, поверили бы? Вряд ли. Подружка моя Катя точно бы не поверила. А вот что свекрови сказать, я так и не придумала. У нее все равно я всегда виновата. И что, даже если муж изменял? Тем более. Женя, когда в командировку уехала, она мне так и сказала. Не удивлюсь, если он себе кого-то получше найдет. Может, и правда, я во всем виновата? Да ни в чем ты не виновата. Но не ты же ему изменяла. Это он тебе изменил. Он тебя обманул. Я, кстати, тоже тебе неправду сказал. О чем? О жене. Ну, то, что она ушла от меня к другому. В каком смысле? Ну, точно, она действительно вышла второй раз замуж, но это уже после нашего развода было. Так а зачем же ты на нее наговорил? Ты была так расстроена, мне хотелось тебя успокоить. Вот я и сочинил. Ну, не хотел, чтобы ты думал, что тебя одну бросили. Ну, ты даешь. Странно у тебя способ утешать. Ну, тем не менее, помогло же. Я просто хотел, чтобы ты знала, что неважно, кто изменяет, женщина, мужчина. Здесь главное, что изменяют. Не обижаешься? Да мне-то чего? Ты жена твоя должна обижаться. Слушай, Геныч, я тут подумал, мы же в живых их все равно не оставим. А ты что, хочешь ради них побосами и свободой рискнуть? Да нет. Я к тому, что, может, развлечемся с девчонкой? А что хорошее? А ты что, его на голодном пайке, что ли, держишь? Ну, даю, да? Да я и так, и... Так почему вы развелись? Ну, у офицерских жен жизнь тяжелая. Я в Заполярье служил, в морской пехоте. Из части в часть часто перекидывали. Представляешь, не успеем привыкнуть, а уже переезжать пора. А в некоторых частях даже общагу не давали. С ума сойти. Ну и где же вы жили? Ну так, кантовались по углам. В школах ночевали, в детских садах. Детей, само собой, не завели. В актовом зале же кроватку не поставишь. Ну еще бы. Вот она не выдержала и ушла. И знаешь, я ее не виню. Любой человек имеет право на нормальную жизнь. А вот Женька твой, видать, дурак. Не ценил того, что имел. И тебя, видимо, тоже не ценил. Да за что меня ценить? За то, что ты молодец, Рит. Поверь, я немного людей видел, чтоб так удар держали, как ты. Ты умница, у тебя стержень есть. Ну да, скажешь тоже. Наговорила тебе всего. Катер сломала, здесь мы по моей вине. Свекровь права, от меня одни только проблемы. Да ерунда.
Ну, просто так. Так сложилось все. Другая бы сейчас на твоем месте рыдала, ныла. А ты вон духом не падаешь, меня поддерживаешь. Еще за других переживаешь. Это, знаешь ли, дорогого стоит. А мне вот говорят, что я неправильно живу. А ты их не слушай. Это они неправильно живут. Спасибо тебе. Да ладно. Наговорил столько, сколько за всю жизнь не говорил. Ты знаешь, я даже забыл, что мы с тобой в заперти сидим. Не могу я больше ее без хлеба жрать. Меня тоже мутит. Хватит ныть. Бубен завтра приедет, хлеба и сигарет привезет. Тебе что? Отпусти ее! Сел! Отпусти меня! Сел, я сказал! Марго, спокойно, не дергайся! Вот это правильно. А? Опа! Я сказал. Дернешься, убью. Марго, руки! Развяжи руки! Сейчас. Давай, давай, давай! Джейнсберг, войнушку в детстве не наигрался, да? Убью, как! Так я сказал! Не дергайся! Витек, свяжи ее! А ну лежи, не дергайся! Не трогай меня! Лежи, сказал! Здравствуй, Степан! А? Здравствуй, говорю. А? Наша вашим! А ты Егора не видел? Нет. Ну, я просто заходила днем, а ни Егора, ни катера. Ты не знаешь, где он может быть? Вчера по одному делу уезжал, а сегодня, не знаю, не видел. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Что с ним может случиться? Наверняка браконьеров высматривает, будто ты его не знаешь. Да знаю, неугомонный он. Вот-вот, иди-ка ты лучше домой. Вернется. Вернется твой Егор. Никуда не денется. Иди домой. Ладно. До свидания. До свидания. А действительно, куда он запропастился? Петер, на стреме останешься. Ага. А то у нашего Юрка гормоны разыгрались. Приедет Бубер, тогда делай, что хочешь. Это будет не мой головняк. А ты пока притухни. Я ясно выразился? Ага.
Егор, ты как? Нормально. Не сильно он тебя ударил? Ничего, бывало и хуже. Юрок, когда дрался, у него из кармана моя зажигалка выпала. Надо ее найти. Она меня столько раз выручала. Вот она. Сможешь поднять? Да, сейчас. Постараюсь. Вот. Обопрись. Угу. Умница. Держи. Попробуй зажечь. Попробуй. Умница, а теперь пережги веревки. Ты что? Что? А если я тебе руки обожгу? Не думай об этом, давай. Так, только не дергайся. Давай, родная, не подведи. Я стараюсь. Да я зажигалки. Горячо? Есть. Давай. Обожгла? Чуть-чуть, не страшно. Прости. Вот. Тихо. Бандиты услышат. Летает уже. Они в любой момент могут заметить, что мы с тобой сбежали. Нужно быстрее добраться до ближайшего поселка, а там уже и полиция. Давай. Стой. Что? Она говорила этого не делать. У них мой паспорт, они знают, где я живу, Егор. Ага. И поедут к тебе в Москву? Да ничего они тебе не сделают. Их посадят. И надолго, и скоро. Жалко только, что Бубин может опять соскочить. Вперед. Ты уверен? Ой, не знаю. Девка, а? Сурая. Да нет, их там уйдет. Чего орете-то? Инспектор сбежал. Да ладно. Лом? Откуда? Ты облажался. Я же сказал, из сарая все вынести и следить за ней. Так а я тут при чем? Кто их так связывал, что они развязались? Да ты вязал. Так я же вроде крепко вязал. Если только... Что только? А вот ломом этим перетерли веревки, им же дверь открыли. Так, берем стволы.
за ними. Если не догоним, Бубин нас убьет. Так нафига ему вообще говорить, что они здесь были? Ты что, думаешь, Бубин такой же дебил, как и ты, да? Инспектор куда первым делом побежит? Полицию! Сейчас! Теку. Бубин нас не простит. Или мы их, или он нас. Ломиков старая не было. Зачем? А тебе не страшно грех на душу брать? Людей убивать? У меня выбора нет. Есть. Давай тоже убежим. Ты что, сдурел, что ли? Юра. Я не собираюсь терять такое бабло, какое срубаю здесь. Они меня не пожалели. Почему я их должен жалеть? Юра, пожалуйста, давай бежим. Давай. Юрочка, пожалуйста. Юра, ну, папа, ты иду, я иду. Давай убежим. Да не могу я. Даже если захочу, они найдут нас. У них везде свои люди. Маргарита! Маргарита, ты здесь? Сыночек, ты вернулся. Ой, я как чувствовала. Сдача вернулась. А твоей жены нет, и трубку не берет. Я вижу, дома она не ночевала. Любовник у нее. Я предупреждала. Я знаю, мама. Что знаешь? Про любовника? Что она не отвечает. Она была у меня на станции. Потом уехала. И пропала. Как была? Как пропала? Егор, все, я не могу, пожалуйста. Давай отдохнем, я устала. Давай, ну недолго. Я думаю, что нам лучше дальше пойти по берегу моря. Как скажешь. Вон они, вон они! Неужели за нами? Да ладно. Да, это они. Слушай, нам лучше разделиться, давай. Ты в ту сторону, а я в ту. Нет, я боюсь одна. Вдвоем у нас с тобой нет шансов. И держись ближе к дороге. Я тебя найду, поняла? Я поняла. Они разделились. Так, Витек за девкой, а мы за инспектором. Давай я за бабой. Да пошел ты. Баба ему. Где он? Да не знаю я. А, вон он. Я. Да, я. А. Пошли. Куда он делся? Только что тут был. Далеко не уйдет. Я его ранил. Ирок, а? Ты туда, я сюда. Ага. Давай.
Твою мать, а? Упустили. А может, Витьку подвертила, а? Пошли к машине. Удобно тебе там? Давай, вылезай! Давай! Не трогай меня! Куда же ты? Пусти! И что, лезь за тобой! Давай, давай! Руку давай! Что с ногой? Подвернул. Передвигаться сможешь? Смогу. А ты что, ты ранен? Да ерунда. Нам торопиться нужно, пока он не очнулся. Ну, у нас с тобой видок. В самый раз браконьеров пугать. Ну что, идем дальше? Идем. Нам нужно найти водоем с чистой водой. Рану обработать. Обопрись на меня. Пойдем. Девка где? Убежала. Но я не виноват. Ты опять ложанулся. Мы из-за тебя на нары сядем. Так а че вы сами инспектора упустили? Пасть закрой свою. Это он меня и вырубил. А я бы ее не упустил. Что делаем-то? По округе покружим. Они далеко не могли уйти. Все, не могу больше. Откуда у тебя эти шрамы? Я тебе потом как-нибудь расскажу. На солнце быстрее высохнет. Будет чем рану перевязать. Как твоя нога? Да ничего, нормально. Давай посмотрю. Тихонечко. Не больно? Так, больно? Все в порядке. А так? Хорошо. Ничего страшного, растяжение. До свадьбы заживет. Да уж, конечно. Прости. Все нормально. У тебя кровь не останавливается. Я вижу. Посиди, отдохни сейчас.
Послушай, тебе не жалко будет с ней расстаться? Да нет, у меня еще много. Ага. Привет, сыночек. Как спалось в родном доме? Хорошо. Мама Рита не вернулась? Нет. Я еще посплю. Лучше вставай, обед на столе. Я не то, что это твоя женушка. Не напомнишь, не соизволит явиться на кухню. Мам! Что? Ну и ладно. А я тебе другую девушку нашла. Очень хочет с тобой увидеться. Мама! Ты с ума сошел? Шпилькой пулю не вытаскивают. Это делают специальными инструментами. Ты хочешь, чтобы я тебе грязь занесла? У нас ничего другого нет. Придется и этим. Я никогда этого не делала, я не смогу. Ну, ты раньше и от бандитов не бегала. Все, возьми себя в руки, мне нужна твоя помощь. Нет, я боюсь. А вдруг я еще хуже сделаю? Пойми, если не вынуть пулю, может начаться заражение. Я могу остаться без руки. Оберни заколку. Ладно. Надо нагреть ее посильнее. По возможности обеззаразить. Давай. Так нормально? Давай еще чуть-чуть. Ага. Все, давай. Давай, давай. Так, все хорошо. Давай. Ну что? Ты готов? Готов. Вытаскивай. Я ее нащупала, кажется. Да. Потерпи. Потерпи, пожалуйста. Вот, не могу подцепить. Черт. Сейчас, погоди немножко, пожалуйста. Так, вот она. Сейчас, погоди. Надо только ухватить. Все? Сейчас. Вот. Молодец. Все. А ну, посмотри на меня. Ты в порядке? Все хорошо. Осторожно. Туда и лучше вниз. Угу. Ладно, вот так. Садись и отдохни. А ты молодец. Мне бы такого напарника в рыбнадзор. Мы тогда быстро с браконьерами справились. Конечно, с нашей прыткостью это не мудрено, но ты не переживай, все будет хорошо. Зато приедешь в Москву, будет что вспомнить и будет что подругам рассказать. Да уж, они меня вряд ли поймут. Ну, это тоже вполне возможно. Чужой подвиг всегда тяжело оценить, когда сам не попадал в такие переделки. Егор. Рит, поселок, мы дошли. Пойдем. Thank you.
Помогите нам, пожалуйста. Командир, выручай давай. Так, а что случилось? Присаживайтесь. Спасибо. А вы вообще кто такие? А? Я инспектор рыбнадзора из Вишневки. Егор Алферов. Напоролись на этих. На браконьеров. Вот результат. У вас что, была перестрелка? Ну да. У них стволы до черта, мы еле ушли. Арестуйте их. А Егора отвезите в больницу. Мы операцию нужно сделать. У нас здесь нет больницы. Надо ехать в район. Командир, а аптечка у тебя есть? Аптечка есть. Так, знаешь что, я позову доктора, а вы оставайтесь тут, располагайтесь. Да некогда располагаться. Нужно быстрее задержать этих бандитов, пока они не ушли. Давай вызывай из города поддержку, а я дорогу покажу. Егор, тебе надо в больницу. Я сама покажу дорогу, я все помню. Рита, я поеду. Не могу я сложа руки сидеть, пока Бубин и его дружки на свободе. Успокойтесь, будьте здесь, мне надо позвонить. Давай, Старлей. Пить будешь? Буду. Держи, дай пока руку посмотрю. Не надо, пусть доктор смотрит. Здорово. Угадай, кто у меня сейчас в отделении сидит. Рыбнадзор с какой-то девчонкой. Говорит, что сбежали от браконьеров. Готов показать, где их база. Что мне делать? Ага. Все понял. Давай, пока. Так, врачу я позвонил, сейчас подойдет. Спасибо. А начальству? Позвонил. Они спрашивают, куда вызывать бойцов. А? У тебя карта есть? Ну, конечно, есть. Давай покажу. Так, вот карта. Где мы сейчас? Что это за поселок? Так. Так, мы вот здесь. Поселок Южный. Так, значит, катер мой остановился где-то здесь. Угу. Где-то вот здесь у них база. Так. Поехали, на месте покажу. Поехали. Нет, лучше я покажу. Нет, я поеду. Я столько охотился за этим призрачным бубном. Пойми, Рита, задержать его – это дело моей чести. Егор, я тоже поеду. Ты останешься здесь. А вдруг с тобой что-нибудь случится? К тому же могут понадобиться мои показания полиции. Что же им, придется сюда возвращаться за мной? Рита. И мои документы остались у браконьеров. Вот что вы спорите, а? Поедем вместе. Так даже лучше. Ну ладно, поехали. Приехали. Выходим, Рит. Ну как рука? Не сильно болит? Да я после укола ничего не чувствую. Как сама? Да это в порядке. Только вот страшно, вдруг они уже ушли. Ну, а где подкрепление? Ждут моего звонка. Ну так звони. Алло. Мы на месте. Можете выезжать. Угу. Сейчас будут. Отлично. Слышь, Старлей. О! А ты был там, что ли? А ты откуда знаешь? Татуировка знакомая. Раньше очень часто встречал. Да, был. Первая чеченская. Черт бы ее побрал. А ты, значит? Да, тоже досталось. Наша бригада дворец штурмовала. Морпихи? Угу. Понятно. А мы пехота. Наблюдали мы ваши успехи. Егор. М?
Так шрамы у тебя оттуда? Угу. Я тогда еще совсем зеленый был, срочно умотал. Да. Много там вашего брата полегло. Да уж. Ну и нам досталось. Я вот оттуда привез. Она меня от пули не раз спасала. Теперь берегу ее. Первый раз спасла, когда покупал ее. Я на рынке был, возвращаюсь. А в дом, где мы квартировали, из гранатомета долбанули. Второй раз прикурить хотел, выронил. Нагнулся, а в это время снайперская пуля. Над головой вжик и в стену. Здравствуй, Степан. А? Здравствуй. Ну что, не объявлялся? Не объявлялся. Вообще-то парень он четкий, ответственный. Но если не появился на рабочем месте, то что-то случилось. Я дома у него была. Соседи сказали, что не ночевал сегодня. Черт. Начальства нет, спросить не у кого. Вот. Я даже в полиции была. Ну? Я заявление хотела написать. Они не взяли. Ну, они сказали, что я ему ни жена, ни родственница, и, в общем-то, никто. Что значит никто? Если у него родственников нет и искать не надо, вот дармоеды. Ну, они сказали, что он к женщине поехал и не хочет, чтобы его искали. Не знают они Егора. Никуда он не пойдет. Пожалуйста, давай в море выйдем, поищем. Ну, той же дорогой пойдем. Куда он женщину эту возил вчера? В Черколе, на узел связи. А вдруг беда случилась какая-нибудь? Ну, вдруг катер сломался, на мель сел, там рации не работают. Ну, а вдруг он в передрягу какую-нибудь попал? Пожалуйста, давай вдоль берега пройдемся. Ну, катер-то я отремонтировал. Ну? Да я сам хотел. Ага. Поехали. Залезай. Ага. Что-то долго твоих нет. Они часом не заблудились? Да они эти места отлично знают. Не понял. Ты чё? Прости, морпех. Ничего личного. Бубин, я же говорил, что мы их поймаем. Бубин? Ой, Алферов. Говорили же тебе, не суйся. Не суйся ты куда не надо. А ты... Как все оказывается просто, а? Да. Вот он, мой бубен. И мыслей там насчет тебя очень много. И только одна из них правильная. Да, Егор. Что ж ты не послушался старшего товарища, а? Хоть бы о девушке подумал. Да. Не зря ты так старался с баланса рыбнадзора заброшенные базы списать, а? Умный ты мужик, а вот до такой простой вещи не дотумкал. Бубин, я тебе их доставил, надо бы рассчитаться. Рассчитаемся, рассчитаемся. Давайте их на базу. Заодно расскажешь, кто их таких красивых в вашем поселке мог видеть. Не трогай! Ай, сели копытами! Аккуратней с девушкой! Шевелись! Может, их сразу грохнем, а? Ты успеем еще. Ну, связать хотя бы. Ой, да что связывать-то? Детский сад. Надумают бежать. Витюша стрелять будет. Да, Витюш? Еще раз облажаешься, да? С ними ляжешь, понял? Понял. Ну, вот и славно. Ты это... Погуляй пока. Мне с нашим Олежкой поговорить надо. Mm-hmm. Вот тебе и полиция. Да уж. Вот мы снова здесь. Оказалось, что нас с тобой легко обмануть. Егор.
Я хочу, чтобы ты знал, как бы странно это сейчас ни прозвучало, я очень рада, что оказалась здесь вместе с тобой. Потому что до тебя я никогда не встречала настоящих мужчин. Жаль только, что так поздно. А я никогда не встречал такой женщины, как ты. Такой сильной и стойкой. Ну, теперь я знаю, какой была королева Марго. Ну вот, меня и повысили. Говорил же, что я принцесса на горошине. Ну, ведь я тебя тогда не знал. А сейчас знаешь? Я знаю, что ты меня изменила. Знаешь, я понял, что я все эти годы не браконьеров ловил, а от себя бегал. Пытался пустоту заполнить. Ну ничего, моя королева. Мы еще повоюем. Держи, Олежек. Спасибо за доставку. Ну и что ты с ними сделаешь? Ну, это уже не твоя забота. Послушай. Он неплохой парень. Так же, как и я, воевал. Мне что сейчас, слезу пустить? Бубен, ну, может, отпустишь их? Я с Егором поговорю. Объясню ему все. Я обещаю, не молчать будут. Будут, будут. Конечно, будут. Куда они денутся? Только по другой причине. Ты мне лучше вот что скажи. Их у вас в поселке никто не видел? А? Никто не видел. Я своего человека позвал перевязку ему сделать. Он точно никому ничего не скажет. Ну и замечательно. А? Ой, а принеси к нам лучше чего-нибудь покрепче, а? Хорошо. Да и ребят зови. Угу. Ну что, отметим удачную охоту. Как ты меня назвал? Королева. Нет, перед этим. Перед этим? Моя королева. Пойду выйду ненадолго. Пусти. С ним поговорить. Бубен не велел. Мне можно. Ну, давай, открывай.
Как скажешь. Закрывай. Прости, брат, что так вышло. Получил свои 30 серебряников. Я не знал, что он собирается вас убить. Как ты вообще можешь на него работать? Ты же воевал. Ты знаешь цену жизни и деньгам. Ты же знаешь, что они несопоставимы. Знаю. А еще я знаю, что один чиновник дал квоту на операцию моей матери, когда она умирала. Мне так и не дали квартиру, которую обещали, и жена ушла к другому. А ведь я воевал. Я защищал это гребаное государство. А теперь ты Бубна защищаешь? Или ты ему плачешься на свои беды? Видели б тебя твои пацаны. Да некому смотреть. Все там остались. Мне б тоже легче было умереть, чем смотреть, как мой боевой товарищ перед бандитами присмыкается. Да пошел ты! Я пришел сказать, вас не выпустят. Мы знаем. Ты говорил, у тебя талисмана нет? Вот, держи. Пусть он теперь тебя защищает. Прощай, морпех. Открывай. Ну что, поговорили? Поговорили. Да о чем с ними можно говорить? О жизни и смерти. Давайте живо выходите. Да быстро выходите, я вам говорю. Слушай, да вы что сидите? Давайте, пошли, пошли. Живо. Пошли. Значит так, бегите туда. Там у них лодки. Моторы сразу не заводите. От берега отойдите на веслах, а то услышат. И еще. Понял. Вот телефон. Здесь сигнал нет. Уйдете дальше по лиманам, он появится. Забери. На другом может не подействовать. Ну все, чего встали, пошли. Да пойдем с нами. Нет. Кто-то должен прикрывать, кто-то двигаться вперед. Как там? Тактика, блин. Я тебя здесь не оставлю. Послушай, подумай о ней. Спасай девчонку, давай живо. Ладно. Прощай, пехота. Прощай, морпех. Спасибо. Удачи, с Богом. Юрок, что-то Олежки долго нет, сходи посмотри. Странные эти менты. Нет денег, не нравится. Да, Лар, ты чё? Тоже может воротить. Плохо. Ну, чё так сидеть? Давай ещё, что ли, по маленькой. Я беременна. От меня? Ну, от кого еще? А, ну да. А что делать-то? Я оставлю ребенка. Но я не хочу его рожать здесь или в тюрьме. Сюда.
Ну чё? Угу. Ну? Куда подевались-то все? Этого Юрка за смертью посылать. Давай я сгоняю. Сиди. Сам пойду. Проветрюсь. О, вот ты где. Я сейчас. Ай, да я сам. Не понял. Олежек! Олежек! А чё это ты чужих жалеешь, а своих не жалеешь, а? Ты мне никогда своим не был, мразь! Они идут за нами! Посмотрим. Давай осторожно.
здесь. Далеко не убегут. Да подержи ты лодку! Куда помчался? Давай. Опа. Ты как? С трудом. Надо выходить к морю. Давай, туда. Быстрее, быстрее, пошли. К морю пошли. Давай туда. Надо спускаться. Куда? В море? Другого выхода нет. Пошли. Пошли. Давай. Осторожно. Я должен вернуться. Егор! Егор, тебя убьют! Подожди! Даже не думай. Ты со мной? Я? Да, я сделал выбор. Оружие забери. Ага. Если кто дернется, я стреляю. Ребят, вы чего? Вы чего? Это же Гена. А это я, мы друзья, мы все в одной упряжке. Да они вообще ранцы попутали. Так, ну-ка, заткнись! Все, все. Все хорошо. Ну, пошутили, будет. Давайте, бросаем оружие. Что с ними делать будем? Да. Убью! Бубин, убери свою шапку! Как я его убил? А я бы этого не делал. Нож бросил. Жаль, что тебя и твою бабу сразу не кончил. А дальше что? На! Случайно прихватила. Но это еще не конец. Ты же знаешь, у меня везде свои люди. Да нет, Бубин. Это для тебя конец. Ну-ну. Алферов. Давай. Ну и гни даже ты, Ерок. Пошел. А что с тобой делать? Инспектор, я не знаю. Если сейчас отпущу, сдашь ментам. А я в тюрьму не хочу. Я жду ребенка. Да не сдам я вас. Уходите. Каждый имеет шанс начать новую жизнь. Уходите. Уходите.
Дешевка. Егор, может, ты нас тоже отпустишь, а? Да нет. Вы-то свои шансы уже упустили. Бублик. Не бублик. Бубен. Встаем. Поднимайся. Ты что, едем? Степан, спасибо тебе. Да ладно, я что? Ты вот Толику будь дарить. Она всех на уши поставила, чтобы спасти вас всех. Спасибо, Оль. Просто я когда узнала, что ты не вернулся, я чуть с ума не сошла от страха. Я сразу к Степану побежала. А вас, девушка, муж разыскивал. Беспокоился очень. Я его на пристани встретил. Интересный оказался человек. Да. Спасибо. Так вот, Егор, ты представить себе не можешь. На берегу запах появился. Пирожками пахнет. Олечкиными. А тебя-то нет? Но я и попробовал. Здравствуйте. Здравствуй, Егор. Привет. Ну как ты, получше? Ничего, нормально. Я тебе еды принесла. Оль, зря ты беспокоишься. Меня здесь нормально кормят. Ну, домашняя еда, она же лучше, правда? Так. Оля. Да? Давай уже поговорим, а? Да, я тоже хотела очень поговорить. Послушай, я очень благодарен тебе за наше спасение. Если бы не ты, мы бы... Ну о чем ты говоришь? Ну что ты? Ты очень хорошая женщина. Очень. Спасибо. Но только у нас с тобой ничего не получится. Ну не люблю я тебя, понимаешь? Извини. Я просто... Я знаю, ты других слов от меня ждала. Вот поэтому я и решил тебе сказать все, как есть, и не морочить тебе голову. Это было бы нечестно. Ты достойна лучшего. И ты найдешь того, кто оценит, какой ты замечательный человек. А у нас не получится, прости. Вас за спасение. Не надо. Вам очень повезло с Егором. Он настоящий мужчина, каких редко встретишь. Да. Наверное. Да. Подождите. Вы берегите его, ладно? Идите. Привет. Привет. Ну как ты? Да нормально. Я вообще не знаю, зачем меня в больнице держат. Я здоров, как бык. Я тут на лестнице столкнулась с Ольгой. Она выглядела очень расстроенной. Это из-за того, что было между нами? Рит,
То, что было там. Ну, этот поцелуй. Мы же думали с тобой, что мы умрем, а в экстремальной ситуации людям свойственно поступать нецелесообразно. Эмоции, да и чувства накалены до предела. Но ты же не бросишь свою Москву. Почему ты так думаешь? Ну, ты же дитя цивилизации. Мобильный, интернет, компьютер. Ты же не сможешь без всего этого. А я к большому городу не привык. Я природу люблю, понимаешь? Мне здесь комфортно. Егор, на что ты намекаешь? Давай забудем обо всем. Ты же понимаешь, мы слишком разные. Хорошо. Послушай, я не собираюсь тебе навязываться. Но ты действительно считаешь, что так будет лучше? Да. Так будет лучше и тебе, и мне. Возвращайся в Москву. Там у тебя работа, друзья. Да. Добрый день. Помешал, да? Да нет, заходите. Угу. Спасибо. Маргарита Владимировна, с вами я уже беседовал, а сейчас мне необходимо переговорить с Егором Сергеевичем. Да, конечно. К тому же я все равно уже опаздываю на самолет. Удачно добраться. И тебе удачи в борьбе с браконьерами. Ну, как вы себя чувствуете? Нормально. Сможете все рассказать? Угу. Ну и хорошо. Значит, меня в первую очередь интересуют сбежавшие Юрий Павлович Кузнецов и Лариса Владимировна Волкова. Послушай. Угу. У тебя есть главарь браконьеров. Да. У тебя есть его помощник. Угу. Про пешек этих забудь. Ну, ушли, ладно. Проштрафятся, сами попадутся. Так... Ага. А, вот именно. Я волновался. Я тебя везде-везде искал. Зачем искал? Ну как? Ты ведь моя жена. А ты вспоминал об этом, когда спал с Раей? Рита, я ошибся. Это с каждым может случиться. Нет, это я ошиблась. В тебе. Ну и что ты делаешь? Я собираю вещи и ухожу. А, на развод я подам сама, так что можешь не беспокоиться. Рита? Рит, ну о чем ты говоришь? Мы с тобой любим друг друга. И зачем нам эти крайности? Ты не тот, кто мне нужен. Маменькины сынки в настоящих мужчин не превращаются. У тебя нет шанса. Рит! Да, он мой сынок. И что в этом плохого? Ну, если вы не понимаете, то мне искренне вас жаль. Да кто ты такая, чтобы мне такое говорить? Провинциалка, выскочка. Да мой Женя найдет в 1000 раз лучше, чем ты. Если мне не изменяет память, то ваш Женя себе уже кого-то нашел. Да, Жень? А ты
ты не собираешься Раю с мамой знакомить, нет? Нашел. Нашел. Рита! А что ему было делать рядом с такой, как ты? Вот ему и пришлось искать утешение на стороне. Так вот пусть теперь утешается с кем хочет и где хочет. Я ухожу, Светлана Ивановна. И прошу вас в моей жизни больше не появляться. Она и так слишком коротка, чтобы тратить ее на таких людей, как вы. Боже! Да кем же ты себя возомнила, хамье? Да ты же тварь неблагодарная! Домой же, Женя! Мама, она ушла. О, Самаркина! Явилась, не запылилась. Самаркин, а что ты себе позволяешь, а? А ты в курсе, что нам из-за тебя банк кредит не дал? А ты понимаешь, что это означает? А это означает, что ты будешь носом рыть землю, чтобы остаться на этой работе. Да ты меня умолять будешь. Но, впрочем, мы... можем договориться. Мне помнится, кто-то что-то мне обещал. Не смейте меня трогать. Ах так. Ну что ж, я сразу же готовлю приказ о твоем увольнении. Можете не стараться. Я сама увольняюсь. Что? Мне надоело работать на такого самодура, как вы. Да, да кто ты такая, а? Да я позвоню куда надо, да и пошел тебя... пошел ты! И обратно я тебя тоже не возьму! Да я позвоню! Я позвоню всем! Я позвоню во все компании, чтобы меня там 5 человек... Ну что, девочки, счастливо оставаться? Это не Рита. А кто? Маргарита Владимировна. Слышь, ты такая молодец. Так шефа на место поставить надо уметь. Ну правда? Катюш, а ничего, что я к тебе напросилась? Да что, места мало, что ли? Мы ж подруги. Спасибо. Я сейчас найду работу, сниму квартиру и... Сахар? Нет, не надо. В общем, начну новую жизнь. Я уверена, что у меня все получится. Конечно, получится. Чего ж не получится? Ты у меня умница, красавица. А то, что от Женьки ушла, я правильно сделала. Разве это мужик? Нет, ну скажи, это мужик! Выпендривается, выпендривается, а под конец жизни вот с такой вот раечкой останется. Ты за него сильно не переживай. Ты мне, наверное, не поверишь, но я даже не думаю о нем. И вообще, ты знаешь, мне как-то так легко стало. Так хорошо, понимаешь? Слушай, ты так изменилась. Да? Да. Вот все заметили, а я только сейчас начинаю. Да. А что такого произошло там? Не знаю. Ну, пожалуйста, ну колись! Да ничего не произошло, ну просто, как сказал один человек, у меня произошла переоценка ценностей. Ой, переоценка ценностей. Ты же говоришь по-другому. И выглядишь по-другому. Ты посмотри на себя, какая ты красивая, сильная, какая ты гордая. Как королева. О, королева Марго. Королева Марго? Конечно. О, слушай, тебе Надька визитку передала. Там какой-то мужик. По-моему, ему нужен главбух. Ты позвони, потому что дело срочное. На, держи. Кать, я должна еще кое-что сделать. Что? Да подожди, Маргоша. Выдали катер. Новый называется. Небось, новым еще в Первую мировую был. Я хочу понять. Когда ты говорил мне правду? На берегу? На катере? В том ужасном сарае или в палате больницы?
Ну, во-первых, здравствуй. Здравствуй. Во-вторых, ты только за этим приехала? Мне нужен ответ, чтобы двигаться дальше. Сама королева Марго. Чего хочет? Ведь ты прекрасно знаешь, когда я говорил правду. Какой же я дурак, что смог отпустить тебя тогда. Ну так держи крепче. И не отпускай меня.